учащихся и педагогов Самарского института культуры выступать на празднике в честь дня рождения великого русского писателя уже стало традицией. В этом году для самарцев они подготовили специальную программу. На импровизированной сцене во дворе Самарского литературного музея прозвучали романсы и арии из оперы русских композиторов по мотивам произведений Пушкина. Отвернитесь, не глядите, так умильно на меня. Или закройтесь, не светите вспышкой розового дня. И у нас в программе Чайковский, ария Марии из оперы «Мазепа», дуэт, также музыка Чайковского, дуэт «Прилепа и Миловзора» из оперы «Пиковая дама», также студент, наш выпускник 4 курса, представит вниманию публики арию Онегина из оперы «Евгений Онегин», и также будут звучать романсы на стихи Пушкина, романсы Римского-Корсакова и старинные городские романсы. Студентка второго курса Елена Хмель выступает на сцене литературного музея впервые. В этом году она исполнила два произведения – романс «Черный локон» Александра Гурилева и песню «Эсмеральды» Александра Варламова. Очень волнительно, на самом деле. Я очень рада, что здесь нахожусь. Я родилась вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным в один день. И сегодня выступаю в честь него. Во время концерта для гостей литературного музея работала выставка картин самарских художников. В них можно было узнать персонажей из произведения Александра Сергеевича Пушкина. Августина Охременко, Игорь Казановский, «События».